Здравствуйте, друзья! Мы вещаем из IKEA Самара. Ты уже в эфире? Да, мы будем вам показывать новинки. Друзья, привет! IKEA Самара на связи. Отдельно будет обзор по вообще магазину, прогулкам, наше мнение и так далее. А сейчас мы... Вообще мы не планировали снимать новинки, да, Дим? Мы хотели в Нижнем снять. Но мы увидели большое количество... тех товаров, которые есть на сайте, но не представлены в Нижнем. Поэтому это эксклюзивные новинки из Самары. Иди снимай, я посмотрю. Можно? Может, наоборот? Нет, иди, камера у тебя. У нас были очень, ребят, насыщенные 3 дня. Мы были у вас, кстати, просто, да, предыстория? Вы видели, мы писали, что у нас дела по бизнесу по Siberian Wellness в Тольятти. У нас был огромный командный слет. Мы в восторге вообще от вас, от Самарской области. Мы были в Жигулевске, были в горах, были в штольнях. В общем, у нас эмоции через край. Ну, сами это видели. Да, у нас есть влог, и все, просто новинки выйдут быстрее, чем выйдет влог. Да, тут. Да. Тут, ты, тут, ну, хоть и многорукий, многоног, но 24 часа в сутки. Криворукий, кровожог. Поэтому будет влог отдельный, все-все увидите. Все. Пошли, иди снимай, иди. Пойдем. Идем прям по ходу. Самверка, подсвечник для греющей свечи, серебристый, 99 рублей. Дим, ну артикулируй. Номер сможешь? Отсвечивает, к сожалению, давайте уже по названию. Да, поэтому, ребята, извините. Просто есть такой же белый, и теперь есть серебристый. Это очень красивый декор птички. Очень много девочек берут кисточки сюда ставить для макияжа. Помаду, все такое вот девчачье. IKEA считала мои мысли, и теперь у них очень много мяты. Просто Дима подтвердит, как я люблю этот цвет. Клинсбру, столик 44 сантиметра. Стандартный, ребят, Клинсбру, который... Блин, Квиздербру. Еще я же говорю, у нас были насыщенные 3 дня, что я уже название путаю. Квиздбру, только в светло-серо-зеленом цвете. Ребят, он не серо-зеленый, он нежнейшая мята. Очень красивый. А вы знаете, что мы про них вообще эти столики любим. Вышел же... из ассортимента темно-синий, его заменил вот такой вот мятый. Поэтому не верьте тому, что написано на сайте, он нифига не серый. Агнунарп. Нет, ну уж давайте покажем, чем матом ругаться. Агнунарп. Кресло 13 999. И диванчик. Дим, я хочу, чтобы ты его показал пониже, потому что в нижнем он, зараза, задран очень высоко. Показывай. А давайте я сначала с кресла начну. Ну давай с кресла. Значит, кресло 14 тысяч, полностью стилистика, как у диванчика. Но... боковушки, кстати, тверже. Вот на боковушку здесь можно прям сесть. Можно, можно. Можно сесть. Просто смотрите, может быть, в нижнем просто фигово было собрано? Да, здесь она более жидкая, здесь более плотно собрана. Кресло, увы, не кровать, не разбирается. Чехол на подушке, зараза, несъемный. Поэтому, когда извозили, только химчистку вызывать. Здесь не подлезть, не залезть. Ой. Весело веселье, тяжело похмелье. Дим, рассказывай, я не вижу. Там все видно. Ножки, внутренности, что там? Правда, у меня ноль, я слов нет, я после 2 дней, мне вообще нечего говорить-то. Нет, то что там? Не могу даже объяснить. Ну, знаете, полупружинное это такое направление, как у раскладушки кровать. Кровать-раскладушка. Хорошо. Там, металлическая волна. Так, значит, ноги те же буковые, что у дивана, плюс пружина. И, в принципе, хороший слой пенополиуретана. Кресло не тяжелое, сами видите. Не громоздкое. Пудровый цвет. Во-первых, он сейчас в моде. А во-вторых, он не так быстро загрязняется, в отличие от более светлых цветов. То есть он фактически относится к светлым, теплым оттенкам, но при этом на нем не так будет заметна грязь. За счет чего? За счет покрытия. Дим, поближе. Не получится? Темно? Постараемся. Видишь переплетение в вкраплении светлого? Теперь, значит, по ощущениям. Глубокое. Посидеть комфортно, с книжечкой, подставочку под ножки прям просится. Ну, понятно, что это кресло не откинется, но радует то, что теперь у IKEA стало делать пары. Ну, любят у нас люди, чтобы в гостиной стояло кресло и диван в одном едином стиле. Сразу скажу, кресло более сбитое, чем диван.
Про диваны мы вам уже рассказывали, мнение свое говорили. Вот насчет ценника не могу сказать. Ребят, как вам? Хочу ваше мнение услышать. Считаете ценник завышенным или все-таки ценник адекватен? Фломастеры Мола появились в дополнительных 12 оттенков. Пачка стоит 300 рублей, то есть то же самое, что две таких, только здесь расширенный спектр цветов. Фломастеры вы знаете, какое мы к ним отношение, как мы к ним относимся тоже. Колпачками вниз храним, чтобы они не засыхали. Дверка Этит появилась стеклянная отдельно, стоит 900 рублей. Уберите, пожалуйста, дверечку. Нет, это надпись, да. И еще один Этит. Так, давай сразу по петлям посмотрим. Форма петель интересная, да? Ну, в принципе, для стеклянных дверей у них же специальная зацепка идет для фиксации. Да. Такая бесшумная дверка. Зато из Этитов можно сделать много маленьких кубиков для гостиной. Так, смотрите, Этит появился навесной шкаф с двумя ящиками. Есть большие уже давно, как комоды, а это прямо малышарики. Они на нажимных механизмах. Что классно, выдвигаются, ребят, полностью. Не вот так, как у комода, а прям вот полноценно. Дим, здесь, у тебя же видно здесь? Да, конечно. Полностью металлическая направляющая. Идет не на роликах, а на раздвижном механизме дополнительно. Плавного хода и со стопором. 3700 стоит. Белый и серый. Глубина получается пока единая. 35, 35 на 35. Рамки фиксбу, цвета постоянно меняются. Появился новый такой, заявлен светло-розовый. Посмотри, пожалуйста, его поближе. Фактически он ближе к какому-то персику. Согласен. Никак не розовый. Размеры разные, ребят. 13 на 18 стоит 89 рублей. Мяту, мне кажется, мы уже показывали. Не шиша, не новенько. Название. В контрасте, да? Название. Окей. Столешница Линман нового зеленого цвета. В принципе, она уже не первый раз выходит. Ее выпускали как новинку примерно год назад. Потом обратно ее убрали, опять добавили сейчас в ассортимент. Нет, черная фанера уже была. Пойдем сейчас сразу к офисным столам. Нет, далеко не убегаю, вон там красный новый стул. Так как у Икеи полностью вышли с Колберг Спорен стулья из ассортимента, больше продажи нет, они теперь активно Элбергерты продвигают с разными основаниями. Вот это красный. Ну что, интересно смотрится. Оригинально. Оригинально. Про них уже отдельно рассказывали. Есть обзор по всем рабочим креслам. Это просто новый цвет. Кресло Ханахал появилось еще и в коже, ребят. Теперь они есть светло-серые, светло-розовые, бежевые и черные в коже. Подлокотники продаются отдельно, что удобно, особенно, да, постоянно работающим за компьютером, что подлокотники можно снять. Про эти кресла мы тоже рассказывали, можно посмотреть полный обзор. То есть разницы нет, просто то же самое кресло в том же каркасе, а вверх кожа. Чтобы обзор не перегружать, дадим? Да. Пойдем дальше. Черное кресло Афьель, оно есть вот в таком коричневом варианте, мы его показывали, кстати, очень удобно. Саранские несколько фирм покупали, ну, руководящему составу, тем, кто очень долго проводит время. Черный вообще лаконично смотрится, да, Дим? Да. Вот, все то же самое, друзья, та же кожа, только в черном цвете. Мы сильно не будем задерживаться в отделе столов и письменных стульев, столов и стульев, потому что очень много народа, люди выбирают, и чтобы не мешаться с камерой, мы быстренько показываем и бежим дальше. Мы в отделе кухни. Сунерста, регулируемый рейлинг с крючками. Дим, иди сюда. Он раздвигается вот здесь по высоте. Полка, это уже док повешенный. Кстати, стал 300 рублей за раз стоить. Крючки и дополнительный рейлинг. То есть можно разделить по высоте. Смотри. Давай тикеточку покажи. Андрюш, смотри. Секундочку. Андрюша, смотри. Андрюш, смотри. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Жизнь мне необходима. Ну, пойдем. Пойдем. Все ждали, все. Ну,
Ну, увидел. Духсхольд, ребята, оливкового цвета. Я не могу назвать эту кухню серо-зеленой. Это красивый, благородный оливковый оттенок. Иди сюда, так как не все модули представлены. Есть вот такая шпаргалочка с ценами. Давай посмотрим. То есть вы, соответственно, можете поставить на паузу. Так, сейчас. Пока на паузу не ставим. Вот теперь можно. Навесной. Да, дороже, но красиво. Дальше. Напольный угловой у Кнуксхульта полноценка появилась. Угол, ребят, в зеленом цвете. То есть вот новый, сразу скажу, вот это. Потом новое, вот это. Убюн сушилка посудная навесная. Как раз в Кнуксхульт тоже круто. Дима, это вполне замена метода. Полноценная при этом замена. Угол есть, классно. Вот эти уже были. Но, кстати, на 120 чуть подороже. Ну, цветные они всегда, в принципе. Давай вот сравним с коричневым. Кстати, вот она, база методовская. Ой, методовская. Ну, сколько? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4 новые позиции появилось. Раз. Два. Три. Так это было. И узкий. В общем, давай смотреть цвет. Понятно, это стандартный Кнуксхольд. Ничего не поменялось. Вот сравним с деревянным под дерево. Такие же планки, все то же самое. Ребят, тут главный цвет. Во-первых, сейчас он очень-очень актуален. Сколько сезонов продержится, пока непонятно. Но вы можете менять ручки. Допустим, сейчас они у вас будут какие-то светлые, кожаные, это икеевские красивые петелька сюда подойдут. Потом можно поменять на более грубые черные, сделать какую-то кухню такую, да, в лофтовом стиле. В общем, я в восторге от цвета, честно. Я в Нижнем сказали, ребята, до сих пор еще не собрано, у нас нет. Здесь уже все это дело есть. Ты поближе цвет показал? Да. А то я песни долго петь могу. Ну, тут небольшое искажение по цвету, но не знаю. Ну-ка. Не так сильно передает, а вот как оно есть. Вот. Ну вот поближе, наверное, вот в нижней части. Да. В нижней доле это вот более естественный, да. Наверху затемненный. Более-менее похож. Да. В общем, ребят, мы в восторге. Кто уже купил, делитесь, как вам цвет. Потому что очень многие, когда мы снимали последние новинки, просили показать Кнуксхульт зеленый, но у нас тупо в нашем городе ее не было, и показать нам было вам нечего. Ребят, много новых фасадов, но у нас недооформлено в городе, поэтому показываем здесь. Акстат. Фасад матовый-синий. ДВП, меламиновая пленка, полимерная пленка. То есть это все укатано в полимер и, в принципе, по уму не должно трескаться. Два вида фасадов – стекло и закрытый глухой фасад. Вот он по плотности. Дим, покажи пока. Ну, как он по плотности? Ну, толщину саму. Они все стандартные. И еще иди сюда. Появился новый цвет – лерфютан. Хочу, чтобы показал ты его в сравнении с будбином. Будбин более темный. Секундочку. И будбин. Будбин более темный. Вот так видно? На тон идет. Да. Вот прям вообще хорошо. Я просто помню. Вот пока у Люрхана нет стекол. Ну, она, смотри, она больше такую в розовинку идет. Вот. Нет, в более светло-серый, темно-серый. Нет, по сравнению с этим, он в розовинку у меня тут на камере показывает. Чуть-чуть так вот тон. Ну, у мужчин и женщин цвет восприятия разный. Вот теперь вы видите, да, будбин, оттенок, насколько этот более светлый. Потому что кто-то в Инстаграме меня спрашивал по этому поводу. Тележка Nissan Force появилась в новом цвете. Такой кирпично-красно-оранжевый. Интересный цвет. Цена такая же, 2500, как и у черной. Ребят, использовать можно где угодно. Это влагостойкий материал. Изначально дизайнеры Nike Carlson из Швеции делали как функциональную, доступную по цене, которую можно использовать везде, и ее можно брать с собой. То есть, ну, в таком плане, да? По дому, на кухне сложили, в гостиную, ням-ням, вкусную, отвезли. Я просто знаю, что некоторые рестораны уже работают с такими тележками. Дим, удобно это будет для перевода? Только тарелка небольшая, да? Ой. Для бутылок больше. И, кстати, для железной тележки, друзья, она совершенно не шумная. Так, у Птека появился новый пресс. Ну, точнее сказать, новый завод и старый, новый оттенок. Мы сначала думали на сайте, что он красный. По факту он не красный, он бордовый. Это литровый. Цвет красный, ну вот, прям вот такая вот вишня.
Единственное, пресса классная. Единственное, что печалит, нет отдельной полки. Потому что очень многие кафе и рестораны работают на них. Соответственно, раскалываемость еще выше. Ну, у нас у самих тоже быстро довольно-таки носик выкопнули. Ну, пару раз стоит только браковину уронить. И шиш. По прессу у меня все. Доклад окончен. Дим, знакомая штучка? Да. Она была когда-то красной. Теперь она стала синяя. Подожди, а рисунок тот же, нет? Посмотри. Да? Мне кажется, другой, нет? А? Другой не рисунок. Как будто другой. Друзья, красная у кого? Сравните, пожалуйста, рисунок. Поставьте, а красная ушла из ассортимента? Красная ушла. Угу. Ну, мне кажется, она поплотнее стала. Вот на самую попробуй. Так, да я уже, по-моему, подзабыл немножечко. В общем, нам нужно сравнение рисунка. Такой же или нет? Фокус. А фокус не может, потому что занята рука. Вот так. Сколько стоит? Да? Сколько стоит? Так же, 179. Пойдем. Хорошо. Поворачивайся сюда. Вардаген чайник мы вам уже показывали. Появились еще и кружки. 149 рублей. Made in Thailand. Объем 460 миллилитров. Тарелку с курицами тоже показывают в последних новинках. Mm-hmm. Кстати, курица подходит. Да. У нее каждый раз боюсь, когда так кружки висят. Мне кажется, сейчас долбануться. Ребят, кроватка Бримнес появилась в черном цвете. То есть это классическое, то, что сейчас есть мини-версия, как я ее называю, кровати Бримнес, без высокого изголовья, без ящиков, просто классический каркас. Единственное, что все равно изголовье очень маленькое, да, Дим? Не высокое. Вот чудо-чудушку бы его. Да. Потому что, например, Сангисант огромное изголовье, mm-hmm. вот надо вот чуть повыше. А, кстати, сейчас проблема по всей IKEA России, нет центральной перекладины с корва. Поэтому, когда на сайте смотрите кровать, она вам пишет наличие, ребят, не верьте этому, нужно звать на горячую линию, либо ну, как-то выяснить. Мы знаем, например, как. О наличии тех или иных товаров. Пока перебои идут, и с каркасами ПАКС идут перебои, ну, здесь вариантов нет, потому что тупо производство не успевает за покупательской способностью. Да, готов? Да. Дим, новая ваза. Ом Фонг. Ой, не надо, наверное, да? Нет, не стоит. Давайте этикеточку покажите, пожалуйста. Ом Фонг, 20 сантиметров, цвет синий. Угу. Такая вот вазочка. Ну, из интересного форма. Больше никто не сказать нет. Чего можно сказать про вазу? Каменная керамика, пить есть из нее не будешь. Ребят, фардаль глянец, цвет называется серо-синий, но цвет, кстати, красивый для пакса. Давно такого цветного ничего IKEA не выпускала. Одна дверка фардаль. Сколько стоит дверка фардаль? 4000 без петель, одна дверка. А где это вы посмотрели это? Татьяна Павловна знает ходы и выходы. Фардаль. Секундочку. Никак, вот, да. Yes. Новые панели для раздвижных дверей. Свартиздаль. Вот размер, ребят, 75 на 2,36. Стоит 3500. Это 4 стеклышка. Вот в одну раму. Дим. А давайте руку покажите свою. Вот. Здесь вот такое все неприятное. Она... полупрозрачная. Извиняюсь. Правильно. Ой, как больно. Вообще невозможно. Идем вот сюда еще. Двери Бьорно. То есть это тоже вставочки. Комплект из 4 штук продается. Давайте смотреть. Во-первых, почему к ним подошла. В нижнем я их не увидела. И про них очень много вопросов. Ребята, они тоже прозрачные. Внутри такая нанесенная, как вот, знаешь, тонированная. Как колготки, да? Колготки? Нет, ну цвет такой, это сеточка такая мелкая. Вот, приглядись к руке. Как будто колготка на ноге у женщины. Это перфорация. Ну, перфорация. Я к чему, что вот, ребят, имейте в виду, то есть за этими дверями бардак всегда будет видно. Кстати, облегчить конструкцию можно вот наверх, например, и вниз, а середину контрастную сделать. Да. Середина будет у вас закрытая, верх-вниз будет более легкую конструкцию давать. Нарекаю тебя... канделябром быть. Миллионником. Миллионником. Кстати, ребят, у нас реально планы вывести канал на 1 000 000 подписчиков. В общем, называется канделябр. Перл-бла. Давай я лучше покажу. Язык сломаешь. С каждым разом новинки выходят названия предметов. Все сложнее и сложнее. Уберите, пожалуйста, новиночки. Спасибо. Не спасибо. Спасибо.
Спасибо. Иногородние. Вот в такой коробке. Полностью металл, все хорошо упаковано, сделано в Китае, может вынести перевозку в плане почты. Икея же почты теперь не отправляет, поэтому очень много народу стало обращаться за отправкой почты. Ну, Дима как бы этого не в курсе, его это не касается. Сейчас. Нифига себе. Панели. Tier Home. 4 панели. 1 на 2,36 метра. То есть это в двухметровый факс. 6 000 рублей, Дим. Закройте, пожалуйста, дверку. Они объемные. ДВП и полиэфирная краска. Ценник, наверное, вот за этот вот выпил. При этом, смотри, кромочка это называется. Кромочка. А теперь смотри. Сейчас, отойди подальше. Она нестыкуемая. Она не уходит друг за другом. То есть она идет в разнобой. Полоса, видишь? Ну. Заканчивается здесь. Да. Другая начинается ниже. Да, некрасиво. А по-другому не получится. Это понятно. Я имею в виду торец, который задумывали дизайнеры, чтобы шкаф смотрелся лаконично. Ну давай, договори свою мысль. Это мое мнение, Дим. Кому-то кажется классным. Мне как-то вот меня коробит. Да не, нормально. Чё, не, нормально. Что ты паришь? Не хочу спорить, да? Пойдем. Ребят, мы, конечно, извиняемся, что мы быстро сегодня бежим по новинкам, потому что очень много народу в магазине и уже не совсем комфортно всем. А с Куб появился новый цвет, классический серый цвет, очень приятный, его можно ставить вот в открытое хранение. Единственное, что сама ткань потоньше. Посмотрим, как будут эксплуатационные, насколько, да, долго липучек хватит. Ну, липучка вроде хорошая полотно, а ткань чуть потончее. Ценник одинаковый, несмотря на то, что поменялся цвет. Линейка полностью во всех позициях. И чехол для одежды, и два вида модулей подвесных, карман боковой, коробки для обуви, маленькая коробочка. Короче, вся линейка с Куб появилась в новом сером цвете. Пошли в игрушки. В линейке с динозаврами есть еще коврик Етелик. Помнишь, мы снимали все игрушки по динозаврикам? Ребят, вот эти безворсовики икеевские я люблю. Он, во-первых, прорезиненный, его можно стирать в стиральной машинке. Во-вторых, само покрытие не цыпучее. То есть ни котенок, ни щенок, ни ребенок не смогут выковырять петлю и разрулить коврик. В отличие, вот, например, вот от такого. И нет вот этой жесткой скрипучести синтетических ковров. То есть это вот более такой вот мягкий, нежный коврюшка. Вот это мне очень нравится. Так, дай быстренько глаз скошу. Это мы показывали в нижнем. Пойдем туда еще. Друзья, можем ошибаться, но мне кажется, в предыдущем обзоре мы показывали. Вот этот коврик, нет, хотя нет, Упторг. 133 на 160, орнамент корабль. Вот он, кстати, так не выдергивается. И более-менее нормально эксплуатируется в плане очищения, ну, пылесоса. И вот такой вот коврик, серый, лен, точечный. Тоже 133 на 160. Друзья, ковры прицеплены. Фокус. Поэтому показать в рамках того, насколько он ходит, больше мы никак не можем. Пойдем туда. Шумовка пластиковая. Дырка, наверное, только великовата, да, Дим? Да не, нормально. Нормально шумовка? 99 рублей. Сопликчок. А, язык у них, да? Вот что хотите? Не, раньше как-то более склады они называли. Кстати, смотри, в нижнем такого нет. Самара, вы что делаете с предметами? Что вам их на железные цепочки поцепали? Ребят, без обид, правда, но смешно. Да не смешно, прикольно. Так, ребят, обновление текстилей в кухне. Сандвива. 40 на 60, два полотенца кухонных. Их даже здесь они еще не развешены. Китай, лиоцел и хлопок. Кстати, хороший состав. Два цвета. Смотри, вот такая вот клеточка. Вот она. По текстуре, давайте пробежимся. Угу. Никак. Вообще никак не хочет фокусироваться. Вот так. Обратная сторона вот. И из этой же серии тоже в наборе две штуки, салфетки, 35 на 35, то есть, да, для кухонной какой-то уборки, чем такое полотенце огромное, 199 рублей.
Дальше вот такой вот фартук новый. На выставке нет, а вот он наверху, наверное, нет? Да-да-да, вот он. Нет, это другой. С ковшами. А, да, вот он. 449 рублей. Сандвива. А с варежками 349 рублей. А сколько вот же? Это же не полотенце или фартук? И ровно половинчатый. Фартук. 249 рублей. Тоже сандвива из этой же линейки. То есть все то же самое, только без кармана. Ровно половинка. Ребят, очень много обновлений штор, как обычно происходит к осени, поэтому будет запилен отдельный обзор. Сейчас хочу показать самые знаковые, самые хорошие такие новинки, адекватные по ценнику и по качеству. Значит, полный блэкаут. Штора Хиллеборг, цвет бирюза. Полный блэкаут. Очень красиво, нежно смотрится. Хиллеборг есть красно-коричневый, светло-оливково-зеленый. Но вот это вот самый красивый цвет. Более ровный. Я говорю, у Икеи в этом году любовь ко мне и к мяте. Сейчас да, я подтверждаю. Лучше снять это все в нижнем. Тут со светом вообще беда. Я не могу вытянуть. Ну-ка. Делать максимально достоверный цвет передачу. Темно, да? Темновато. Да. Все. Спасибо. Получилось? Да. Значит, шторы на люверсах. Сейчас Икея редко брадует люверсами. Майрит. Затемняющие гардины. То есть вот я вижу свет, лампочки, белые пятна. Дементия не вижу. Угу. И в полоску. Я к матрас. Друзья, сразу извиняемся касаемо света. Некоторые позиции мы даже снять не сможем, потому что очень темно. Да. Так. Виперт. Очень-очень люблю эту подушку. Объясню за счет чего. Хороший слой внутреннего наполнителя, плюс она более квадратной формы, в отличие от Юстины или Малинды. И ткань очень плотная. До этого было два цвета, бежевый и серый. Сейчас появился вот такой бирюзовый и вот такой фиолетовый. Это очень радует, что линейку расширяют, и они не такие грубые, как предыдущие икеевские подушки. Более нежно, хорошо отстеганы. Нормально эксплуатируются в плане стирки, потому что много стыков и не будут разваливаться в процессе эксплуатации. Побежали в следующий отдел. Покрывало Индира появилось в таком грязно-кирпичном цвете. Мне кажется, подобный оттенок уже был, да, как будто? У нас был, но более светлый. Посветлее. Оранжевый у нас был. Да. Нет. А, то есть такого цвета не было? Нет, вот именно такого не было. Он был, мне кажется, посветлее. Чуть да. Потом, у нас потемнее сделали. Значит, размер также 2, 150 на 2,50 и 2,50 на 2,60. Эксплуатируется неплохо, тонкие. Можно использовать летом вместо такой вот легкой простынки укрываться. Со временем появляются нечаянно дырки. Дырки появляются, особенно при наличии маленького ребенка и собаки Акита, которые растут вместе и грызут на пару это покрывало. Оно очень вкусное. Да. Оно очень вкусное. Ты как это про? Как... Новое полотенце из Бангладеша, 500 рублей, очень классное. Все, покупай. Смотри, полотенце двухстороннее, серая полоса одинаково, что так, рисунок миксуется. Здесь темный кружок, здесь светлый кружок. Почему я так обратила внимание? На самом деле, ребят, бангладешские полотенца очень классные по качеству. Плотная нитка, вот это вот большое, 70 на 140. Часто спрашивают, хватит ли тушку завернуть. Вот вполне. Моя тушка 1,70 м до коленки. Весь стыд можно прикрыть. Весь стыд прикрыть можно. Полотенце классное. Рекомендую от души. В отличие, например, вот от таких вот тоненьких ювимбломочек. Ну, кто-то не любит толстые полотенца. Друзья, обзор сумок на канале есть. Заходите, смотрите. Кстати, очень многие прям благодарили и писали. В Инстаграме мне многие писали спасибо по поводу сумок, говорили. Хотим показать новеньких товарищей, которые появились. Во-первых, это дремсок оливкового цвета. Очень брутальная сумочка. Просто Дмитрий... ну это рюкзак. Это да, сумочка. Это рюкзак. Дмитрий Юрьевич рассматривает линейку. Это вообще, смотри, вот, да, дорожная сумка. Вполне адекватная, большая. Мы сейчас столкнулись, возвращаемся с большого мероприятия по Siberian Wellness, и у нас вот такой вот чемоданчик один. Нам то ли еще таких два чемодана покупать? Да, лучше два купить, потому что да? Они очень удобные. Их и переносить, понимаешь, их когда сильно догрузишь, ты максимум будет 30 килограмм.
Ну не боль, дальше тяжелее ты не сможешь туда напинать. А вот сумку можно кирпичи, да. А по вещам очень удобно. Вот. Влазит много. Вот сейчас у меня там лежит мой костюм, Димин костюм, две пары туфель, фен, куча там футболки, домашка. Вот идеально вот тебе и мне. Каждому по чемодану. Да, по чемодану. И все влезет. Красота вообще. Пойдем еще. Так, где они? У дрёмсунга вообще ткань очень классная, ребят. И помимо вот того, что, да, сумок, прочего, есть еще косметички. Косметичку я тоже оценила, пользуюсь сейчас сама такой. При этом смотрите, ребятушки, фишка. Косметичка двухслойная и очень часто обращается, нужно сделать логотип, но на хорошей косметичке. Зная, что клиенты брали партии, вот это подпарывалось, убиралось. И вот на этой части делался логотип на вышивку. Смотри, она какая толстенькая. Здесь карманёшка. Вот здесь карманёшка. Здесь одна большая карманёшка. Все это сделаю в застёк. Еще и с ручкой. А 700 рублей. Угу. Давай. Новые металлические подвесные светильники Невлинги. 33 сантиметра, цвет голубой и белый. Причем голубой, да, такая же мята красивая. Можно смиксовать, сделать интересные вещи. То это длинный пластиковый шнур. Шнур вы регулируете сами. И, соответственно, их можно использовать еще и над столом. Помимо этих двух цветов, Дим, обрати внимание, камеры. Вверху, внизушка белая, как обычно, то есть хорошее рассеивание цвета будет. Вот, есть еще и в бордовом цвете. То есть фактически в трех цветах. И насколько я владею информацией, а я обычно ей владею точно, будет еще и черный такой цвет. Мне кажется, линейка хорошо будет продаваться. Интересная форма, без каких-либо вот... Не, мне понравилась такая форма луковицы. Луковица такая, овальненькая-овальненькая. Где она? У фото? Не, вот оно, вот вдалеке дайте, чтобы не ходить, я вам зум. Вот, вот это мне больше всего симпатизирует. Но они не всегда подходят по стилистике. А мне нравится. Ну, плюс ценник у них, извини, она 2500 стоит, тебе нравится. А кафешки, какие-то организации, которым нужно зонирование тебе световое сделать, они же страдают по этому поводу. Им нужно что-то лаконичное, что-то небольшое, чтобы это хорошо смотрелось. Смотрите, какая красивая темно-зеленая ваза, салон. Вот только похвалили, да, в Икее обзор. Голос противный. Пока я не покажу. Подходи, торопись, покупай живопись. 599, ваза, салон. Ребят, хендмейд, ручная выдувка, поэтому имейте в виду, они все будут разных цветовых оттенков. То есть переход светло-зеленого к темно-зеленому будет всегда разный. Ручная выдувка, обычно стекло более хрупкое. Пожалуйста, относитесь к ним бережно. То есть это... ручной работы вазы. Я такие вещи называю дизайнерскими. А я люблю такие вещи. А? Я люблю такие вещи. Никто не сомневался. Пойдем. Вот такие штучки сегодня у нас едут домой к нам. Пингвины. Пополни мне большую коллекцию. Пингвины. Пингвины. Давай, пингвин. Коробочка. Соответственно, можно, да, брать для подарка. Удобно транспортировать. Да, вот таких малышариков. Потом вот такая очень новая вазочка. Кёрлик розовенькая у нас уже дома есть. У Нади под какой-то мелочушкой. Кстати, вот эти вазочки можно использовать как вот даже кашпульки, что-то под... Ну, мелочушечку такую красивую ставить. Стекло. Да. Еще у нас вот такие вазочки сегодня домой уедут. Да, Дим? Да, да, конечно. Дим попросил ему вот таких вазочек купить. Вот почему? Интереснее. Нет, красивые вазочки. Будут вазочки. Смотрите, какой интересный подсвечник мы откопали. Фьюрендалинг. Пробка прозрачный. 299 рублей. В чем фишка? У вас пробковый стаканчик. Чехольчик. Чехольчик. Подсвечник двухсторонний. Для круглой свечки. Таблетки. Для таблетки не могу взять. И для узкой свечки. И при этом стаканчик можно даже отдельно использовать. Нет. Ну вот надо, если мне вот таких вот стеклянных друзей расставить. В общем, подсвечник универсальный, 300 рублей. Поворачиваю сразу камеру туда, там новую красотулину вижу. Красотулина, сказала Маша. 690, эти мы показывали по 299 рублей в нижнем. 699 рублей, Эндрум. Раз стекло, два стекло, три. Здесь смотри, да?
воздуховодик. Металлическая. Жестянка сама мягкая какая-то стала. Так, пойдем вот туда в новенькие светички. О, я такой не люблю. Ты снимаешь? Да-да. В общем, у Икеи появились какие-то мерзопакостные новые свечки. Ну что хотите, ужасный синтетический запах. 449 рублей стоит вот таких стаканчиков. Не, стаканчики сами по себе интересные. Это сосна и мох. Они, кстати, хорошо подойдут это, к вазе зеленую свечку полностью да, использовать. Да. Красивая баночка будет. Вот это все пообдирать, тут красное. Вот это кофейное, даже больше нюхать не буду, горло дерет до сих пор. Это не кофейное, там что-то корица с чем-то скрещенное. А нет, а вот есть. Аромат кофе? Да. Да. А вот еще, смотри, появились яблочные. Может, я дядя Толик? Ты Толик. Что-то не такой кофе. Неправильный это кофе. И смотри, опять появились яблоки. Помнишь, красные были? 150 рублей, друзья мои, на подарки. Ну, более-менее. Прям такой, это лимонад яблочный. Соглашусь. Вот это уже более приятно. Да. И приятно, и дарить красиво. Да? Угу. Когда выиграть, получится красивая шкатулочка. Вот. Вот эта свечка путная. Ребят, мы, в принципе, наверное, на финале. Мы в отделе оформления. Картина, линейка Пьюрит, артишоки и лимоны. 3 штуки. Авокадо, буковки, артишок и лимон. Для кухни очень классная. Вообще у линейки Пьер Тирит хорошее натяжение самого холста. Он не провисает. А дальше давайте смотреть. Тоже Пьер Тирит. Силуэт. Камера. Цветы. Шиповник. И еще что-то у Пьер Тирита было. А, олени снова вернулись. Руки снова вернулись. Помнишь, руки давно были? Да. Я как их помню. Ну, это Икея. Все новое. Очень хорошо только забытое. Я думаю, тут они тоном светлее. Там поконтрастнее было в прошлом. Да. Нет? Более в коричневизну уходили. Или ты так не запомнилась? Кстати, у кого такая картина есть, подтвердите, правы мы или нет касаемо цвета. Друзья, смотрите, какие классные новые постеры. Почти сердце. Прям... Как настоящий, почти? Да. А нет, это не сердце. Это женщина и морской конек. А сердце вот. Вот это более такой прям фактурно. Очень. Ты просто такие фотографии любишь, да? Да, они объемные такие вот прям вообще. Живая. Класс, потом класс, смотри, класс. Вот такие машины. Машинки. Бибики. Руль. Велосипеда. Вот этих у нас тоже еще нету. Раз. Два. 199 рублей. Растение называется. 2 постера. Даже по этим, по номерам. Я что-то туплю. Что там? И что составляющие, не так? Что ли? Да. Что растения не и вот его эти. Пошли. Скоро будем она. Смотри, какое зеркало новое. Мисс Верен. Плетенка. Плетенка 1999. Самара уже готовится к Новому году. Появились цветы, рождественская звезда. Сейчас они стоят 699 рублей большая и 129 рублей маленькая. Маленькие уже красные и белые. Запасайте на подарки, кто хотел в прошлом году. Всем не хватило, потому что все очень поздно сколыхнулись. И вот такой осенний букет. 1500. Блин, что-то дорого за осенний букет, да? Соглашусь. А вот. Ну, наверное, все. Пойдем, дойдем до конца магазина, может быть, по пути увидим что-то еще. И традиционно долго. Запишем вам финалочку. Да. Ну что, новинки Икеи Самара мы сняли. Не все показали, сразу скажу. Ну, некоторые как бы уже были показаны в предыдущем обзоре. Показали те, которых у нас нет.
очень просили показать кнут-скульт и просили показать кресло. У нас они не представлены еще. Мы уже рассказали свое отношение к IKEA Самара, когда снимали общий обзор. Ноги стер. Ну что не сделали для контента. Нам магазин, в принципе, понравился. Изначально были некоторые моменты с менеджментом, потому что надо письменный запрос подавать на разрешение на съемку. Не, ну может они подумали, тут совершенно будут другие съемки. Поэтому может так. Быть. Они нас изначально, наверное, неправильно поняли. Ну, посмотрим. Все по ходу. В общем, Самара, молодцы, дизайнеры реально классные, много фишек почерпнули, но все это будет в обзоре, обзорной, да, экскурсии по IKEA Самары. Поэтому посмотрите новинки, дальше Дима выпустит вам следующее. Дим, как тебе самому-то? Устал. Да, правда, ребят, что-то мы это, выжатые как лимоны за эти праздничные дни, можно сказать. Нет, у нас они были празднично рабочими. У нас была большая конференция по Cyber and Wellness, автопробег. Мы большим количеством наших машин брендированных гоняли по Тольятти, снимали видеоролик. Ходили к вам в Тольятти, в горы, в Жигулевские, на гору Стрельная. Спускались в штольни, жили на базе Тихая Гавань. Ребят, нам у вас очень понравилось. Мы для себя приняли решение, что мы будем выбирать несколько баз, где будем иногда останавливаться. Это рядом, это недалеко. 500 километров можно выпасть просто на 2 дня, отовсюду, от мира отключиться. Да, Дим? Да. Ну, и плюс, отдохнуть хорошо. Да, плюс у нас здесь основная часть команды в Тольятти. Всегда можно с нашими лидерами встретиться. Вот. Мы потопали в машину, Димка дрыхнуть на часок, потому что нам еще ехать 500 километров, а Таня тапки перебывать, потому что на каблучках ножки болят. Ой, забыла. Не выключайся. Смотри, стали возмущаться касаемо того, что ты выпускаешь премьеру заранее. Ты мне технически ведь объяснял, из-за чего ты это делаешь. Ребята, я не всегда делаю так, чтобы премьеру ставлю... Не, я по-другому скажу. Я не просто так ставлю рано премьеру. Я объясняю это тем, что я не всегда имею возможность... День в день ее публиковать. Нет. Физически поставить прямо за день. Иногда я отъезжаю, где нет интернета. Ну и смотри, еще тут в чем фишка. Люди говорят, что они не видят. Надо, ребят, проверяйте просто подписку на канал на самом деле, потому что алгоритмы Ютуба такие, что он вас в любой момент может выкинуть. Вы думаете в полную уверенность, что вы подписаны на канал, а вы не подписаны. Поэтому хотя бы раз в месяц заходите, проверяйте свои подписки на тех блогеров, которых вы смотрите, где вы черпаете информацию. Не, ну тут можно 2 варианта сделать. Вообще выпускать видео без премьер хаотично. Ну вышло и вышло, да? Или... Ну нет, это тоже не дело. Иногда просто необходимо. Ну это и... твой момент. Просто но я не хочу всегда. Донести о том, что нужно проверять обязательно подписку. Да, да. Помнишь, я тебе рассказывал, у меня днями было, я подписана на видеоблогера, ну, на YouTube-блог по съемкам маленьких видео. И, господи, говорю, месяц уже никаких этих обзоров нет. Захожу, там 8 обзоров уже нашлепали, у меня слетела подписка. Поэтому, пожалуйста, проверяйте, чтобы вовремя и на стримах присутствовать, и премьеры видеть. Иначе просто будете... А гости канала просто нажмите кнопку подписаться, потому что самое интересное только будет все впереди.